игровую программу GamePoint. В этом выпуске вы увидите: новая Call of Duty будет выглядеть фантастически, Blizzard захотела отобрать у Valve права на Dota, опубликованы новые подробности Far Cry 3. Приятного просмотра! Новая Call of Duty будет выглядеть фантастически. Activision подтвердила, что работа над следующей частью Call of Duty идет полным ходом. Издатели не стали раскрывать подробности, но заявили, что игра выглядит фантастически. Кроме того, Activision пообещала, что и в этом году поклонникам Call of Duty получат по-настоящему новую игру под знаменитой маркой, которая позволит сериалу сделать качественный скачок в развитии. Что ж, судя по всему, слухи о Black Ops не оправдались, информация о сроке выхода новой Call of Duty отсутствует, но скорее всего игра появится в ноябре. Одновременно с выходом продолжения Call of Duty, компания собирается перезапустить сервис Call of Duty Lite. Детали пока скрывают, но представители Activision утверждают, что новая версия сервиса предложит пользователям еще больше возможностей для организации сетевых матчей и общения с друзьями. Стоит напомнить, что Call of Duty Lite запустили 8 ноября прошлого года. За 3 месяца сервис собрал 7 миллионов пользователей, 1,5 миллиона из которых оформили Lite на платную подписку. Издатели опубликовали и другую любопытную статистическую информацию. Activision сообщила, что ежемесячная аудитория активных пользователей серии Call of Duty составляет 40 миллионов человек. При этом половина из них играет последнюю часть сериала Modern Warfare 3. Blizzard захотел отобрать у Valve права на Dota. Valve Software, возможно, придется переименовать онлайн-игру Dota 2. Blizzard обратилась в патентное бюро США с требованием лишить Valve прав на торговую марку Dota. Истцы утверждают, что это название на протяжении 7 лет использовалось Blizzard, поэтому только у нее могут быть права на Dota. Стоит напомнить, что под маркой Defense of the Ancients была выпущена популярная модификация для Warcraft 3, которая со временем превратилась в самостоятельный проект с огромной аудиторией поклонников. Valve Software требования своих конкурентов пока не комментирует, а просто продолжает работать над Dota 2, регулярно добавляя в игру новых героев. Если так случится, что игру действительно придется переименовать, то на популярности Dota 2 это вряд ли скажется. У нее есть большая армия преданных поклонников. Опубликованы новые подробности Far Cry 3. В сети появилась свежая подборка информации о третьей части шутера Far Cry. Разработчики сообщают, что на этот раз события развернутся на живописном архипелаге, где герой получит практически полную свободу действий. Это касается как перемещения по виртуальному миру, так и тактики боя. Противников можно будет отстреливать с снайперской винтовки, резать ножом или разносить в клочья с помощью взрывчатки. Особенно приятно, что Far Cry 3 оружие не будет ломаться, а изнашиваться по мере использования. Этот элемент реалистичности явно был лишним. Зато герою придется считаться не только с противниками, но и с животными, населяющими острова. Для неподготовленного игрока они могут представить серьезную опасность. Дополнительная информация о Far Cry 3 может появиться в ближайшие дни. На 16 февраля запланирована премьера очередного ролика игры. Смотрели игровую программу GamePoint. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии здесь на ютубе. Мы желаем играть вам только в лучшие игры. До новых встреч!